Всем доброе утро. Хочу записать свое второе видео отчет для Давида о наших изменениях. Вчера после сеанса мы с ребенком пошли гулять, и вот что я заметила. Первое, то, что ребенок теперь уже всегда, когда убегает куда-то, всегда оборачивается и смотрит, бежим ли мы за ним. Это плюс. А второе, что мы заметили вчера, он по нашей просьбе первый раз поцеловал дедушку, порадовал нас и деду тоже. А третье, что я заметила, то, что ребенок сегодня утром в первый раз попробовал поить меня из детской посуды, я купила ему для игры, и он сегодня с ложечки поил меня чаем. Это мне тоже очень понравилось. И вообще хочу обобщить, что ребенок стал все-таки более ласковый, перестал лезть на всякую мебель, там, на шкаф, на подоконник. Раньше он это делал постоянно. Сейчас у него этого уже все-таки нет, он это делает редко. В основном, если он что-то хочет, там, какую-то игрушку достать. Так он просто так он не лезет. В общем, почти не лезет никуда. Что еще мы заметили? Что он все-таки стал немножко спокойнее. Он стал спокойнее. Вчера мы пошли с ним на прогулку, и он просился на ручки, где-то стоял с нами. Как-то все было более осознанно. Спасибо Давиду за это. Мы ждем с ним сегодня очередного сеанса. Всем до свидания.